в отделении разделов сайта в поддомены. Если перед вами стоит задача выделения некого раздела сайта в виде поддомена основного сайта, например, для форума, чтобы он открывался по адресу forum.company1.ru, а не company1.ru/forum, то можно выделить данный раздел в поддомен. Решим задачу выделения раздела сайта в поддомен на практике. Для этого создадим на сайте company1.ru раздел «Форум». Папка у нас будет называться «Форум». Разместим на странице комплексный компонент «Форум». Сохраним страницу. Таким образом, у нас появился раздел «Форум» с комплексным компонентом, выводящим форум. Переходим в административный раздел «Настройки первого сайта». Здесь нам нужно в параметре «Доменное имя» указать доменное имя поддомена с форумом. Для того, чтобы происходила ассоциация первого сайта с данным поддоменом forum.company1.ru. Сохраняем настройки сайта. Далее переходим в консоль и видим появившийся раздел «Форум». На данный момент у нас домен forum.company1.ru ассоциирован с данным каталогом, и нам нужно создать символические ссылки на папки Bittrex и Upload для коллекторной работы под домены. Создаем символические ссылки. Ссылки созданы. Проверяем работу под домена forum.company1.ru. И мы видим, что у нас сразу открывается раздел с форумом, но шаблон у нас применяется по-прежнему от первого сайта. Давайте сделаем так, чтобы для этого поддомена у нас применялся отдельный шаблон. Для этого снова сходим в настройки первого сайта . Переходим к выбору шаблона. Допустим, шаблон для настольного приложения, который не содержит в себе никаких визуальных элементов. Выбираем тип условия, выражение PHP, и в условии прописываем PHP-выражение, которое означает, что глобальная переменная http-host равняется forum.company1.ru. Сохраняем настройки сайта и проверяем. И вот у нас открылся домен forum.company1.ru с пустым шаблоном, на котором располагается компонент форум. Таким образом, мы вынесли раздел форум на отдельный поддомен. Теперь, если обратиться к основному сайту, то мы увидим, что здесь применяется основной шаблон сайта, а раздел вынесен на поддомен. Следует обратить внимание, что при таком методе нельзя использовать меню, созданное для основного сайта, так как меню основного сайта имеет пути относительно основного сайта. Необходимо либо использовать абсолютные пути в меню, либо создать собственное меню для сайта, вынесенного на поддомен.